И сразу в банкет. И пошел со ступенек, скатился, лужу оставил и пошел в зал. Банкет же уже есть. Лужа есть. Лужу оставил. Да. Baby with a rack around. Друзья, привет! Я веду прямую трансляцию собственного развода. Собственно говоря, я приехала. Приехала с моей подругой в назначенное время. Я свидетель развода. Даже немножко опоздали. А товарищ Никита... Товарищ Капелёш никак не собирается которого вызвали на развод, да. До сих пор не приехал. Я вам скажу так, что если вы пришли разводиться, вас даже не пустят в кабинет без супруга. Я говорю, вот мой супруг. Пойдет? Говорит, нет, документы ваши проверяем. Только после этого, как говорится, будем рассматривать развод. Всем привет. Ну, вы поняли, да? Я говорю, Никит, я опоздаю, а он мне. Хорошо, что позвонили, я сплю. Но мы с Наташей шли, и я говорю, хоть бы на пол не кинулся и не бился башкой пол, чтобы, пожалуйста, не бросай, меня не бросай. Не разводись. Но если честно, то Никита что-то это, да, какой-то жвачки на глаза себе налепил, видимо, не мог проснуться. Вот стоим, ждем, пожалуйста. Такие вот, я в белом платье. Белое платье на свадьбу надела. Какие поставить, что ли? Как думаешь? Ты смотришь мой эфир? Ну, я могу, да, посмотреть. Так, извините. Стать гостем, да? Стать гостем? Ты хочешь разделить эфир? Так, что пишут? Что пишут мои? Не придет он. Не придет? Вы знаете что-то больше. Ты казала, понеділок, підем разом по барвинок. Я прийшла, тебе нема. Підманула, підвела. Смотри, Ольга Капелевич. Я ж тебе заплатила. Практически моя одна это... Капелей? Да, так у меня Капелевич, а она Капелевич. А. Зачем разводишься? Это надоело. Я? Как говорится, она это... Я разводящая, потому что, вот. Белое платье на счастье надела. Не, надела. А весело, однако. На самом деле, на Рязанке такие тачки ездят, девчонки, женихи здесь пасутся, поэтому... Да? Классно поешь. Я не старательно пел. Второй брак? Нет, какой? А кто у меня первый-то был? С Юлей? Какой второй? Я, как говорится, это мой первый счастливый брак. Что? Там 600, еще 650 брака. Ничего, что я тут в прямом эфире. Хотите побывать? Нет? Хорошо, вас хоть пустили, а мой опаздывает, понимаете? Тоже понаберут коллектив. Вам удачи. О, наушники! Наушники идут, наушники! Опачки! Та-ра! Та-ра-ра-ра! Вот он! Чика-пум! Пум-пум-пум-пум! Никита, я тебя уже спалила! Продолжается, Никита, продолжается! Это не Никита? О, бессовестный, бессовестный! Надо было тебе пургенчику на ужин! Привет, Никита! Здрасте. Надо было тебе пургенчику на ужин, чтобы ты не спал так долго. Конечно. Песни пел. Ты что, бухал? Нет, я не пью. Песни пел. У меня вчера было насыщенное. Ты что, у Ильи Гажиенко штаны отобрал? Мы в одном магазине закупались. Рэперки. А ну-ка повернись, чтобы люди на тебя посмотрели. Хорошо хоть оделся по-взрослому. Ты вчера стоял, дрожал, как осиновый лист в своей кожанке. Слушай, все думают, что я маленького роста. И жирный. Это правда. Нет, смотрите, если честно... Ну нет, у меня 171. Смотри, а у меня 187. У тебя 21. Шучу. Почему вы разводитесь у него? Потому что большой недостаток, да? Ключ в замочную скважину не помещается. Девочки, ужасную тему вы открываете. Ужасную тему? Никит, можно тебя попросить, понеси, пожалуйста, пакет, потому что у меня... Ты помнишь, как мы сюда заходили раньше? Да, Никит, бедный, ты больной, что ли? Это ты... Так, давайте. Пропустил меня, молодец, я последняя зайду. Ладно, ничего страшного, я не это. Конечно, сохраню эфир. Ну что ж, я думаю, настолько. Никита, это ты наклеил сердечки сзади? Где? Вот почему опоздал. Ну, я вчера подготовился к ситуации. Все, давайте. А что, если кричать нельзя?